В фойе Дома культуры работники библиотеки организовали выставку конкурсных работ, в которой участвовали около 160 детей. Шестилетний Амир Закиров пришел на праздник с большим желанием. Ему больше всего нравится читать сказки. Мы с мамой ходим часто в библиотеку. Мне нравятся сказки. Берем любые книги и всегда читаем их. В нашей библиотеке читателей более 3000. Все они активно посещают библиотеку. Более 30 тысяч у нас книг. Все новые, замечательные, интересные. Посещают у нас не только дети, но сейчас много семей, родители приходят вместе с детьми. Мы стараемся, чтобы с самых малых лет наши читатели, юные бавлинцы, приобщались к чтению книг. В старой-престарой избушке открылась первая районная детская библиотека. Много скиталась библиотека по зданиям. В начале мероприятия собравшимся рассказали об истории праздника детской книги. Мальчишки и девчонки узнали, где же в Бавлах раньше находилась детская библиотека. У детской библиотеки 70-летняя богатая история. В театрализованном представлении участвовали дети, переодевшиеся в знаменитых героев сказок произведений писателей. Гости праздника с удовольствием смотрели представление, дружно отвечали на вопросы ведущих. На празднике книги наградили самых активных юных читателей и победителей конкурсов. Это наша самая маленькая, ей 3 годика. Давайте поаплодируем этой принцессе. Айгуль Хусайнова, Булат Миниязов, новости Юго-Востока.